Стеснение пропало. Виктории Чертиной и Максимилиана Лапина. И это все сексуально, красиво, очень сексуально. Вот наш вдохновитель, Филипп. А он скажет, почему эфир не пошло? Там записан, там трансляция, подписчики, привет. Да. Я решил сесть на зайца. Ну, дай-ка прочусь верхом. Уже надоело так выходить. And I carry on, because I've heard they like my beard. They say I'm super good and super great. Резкий, да, немножко Януш Урыгин почему-то издевался над ней. Знаете, я хожу в магазин, я себе давным-давно ничего не покупаю. У меня есть кому покупать. Для меня имеет значение определенное. То, что я уже много лет не выступаю, и сильно стараюсь не светиться на экранах где-то, но все равно и родители, и тем более дети каким-то образом знают меня. Мне очень понравилось. Все очень круто, мне понравилось. Она без ума от его ресниц, от его изумрудных глаз, учащенный пульс и уже экстаз. Ух-да-да, ух-да-да, ух-да-да. Стеснение пропало, градус повышен, счастье все ближе. Он спину ей дышит и просит потише. Ah!
тише, тише. Здесь я не